10 лишних килограммов привели москвичку в суд. Мария Кулагина требует 18 миллионов рублей теперь компенсации от сервиса, который предоставляет выгодные скидки в рестораны. Именно частое посещение кафе жительница столицы винит не только в ухудшении внешнего вида, но и в крахе личной жизни. От нее ушел парень. Есть ли шанс на столь крупную компенсацию, выяснил наш корреспондент Виктория Лукашова. Она на прямой связи со студией. Вика, я тебя приветствую. Ситуация на самом деле животрепещущая. Но вдруг я поправлюсь килограммов на 10, но отсужу за каждый килограмм по миллиону. Или нет? Удалось ли все-таки девушке каким-то способом пободаться с теми, кого она считает своими обидчиками? Привет, Жень. Ну, пока иск только подан, о его решении мы еще пока не можем судить. Сумма, конечно, не маленькая в этом иске заявлена, 18 миллионов рублей, поэтому, конечно, вот Маша Кулагина рассчитывает на то, что она эти деньги получит. Но, как призналась нам девушка, все-таки главное для нее это личная жизнь, чтобы она наладилась. Ну, обо всем по порядку. История началась это около полугода назад. Именно тогда Мария Кулагина пристрастилась к сайту, которые предоставляют всевозможные скидки, и в том числе на питание в ресторанах. Маша этим активно пользовалась, но спустя полгода она попыталась подсчитать выгоду, и оказалось, что экономии никакой нет. Она потратила очень много денег, но в то же время она поправилась на 10 килограммов. Согласитесь, действительно, это большая цифра. Более того, это сказалось на ее здоровье. Врачи ей поставили диагноз – первая степень ожирения. Ну вот, действительно, Маша нам показывала вещи свои, свой гардероб, и пыталась примерить одежду. Оказалось, что почти все ей мало, и очень много одежды ей пришлось даже отдать своим подругам, так как она просто уже не может это носить. Ну, также Маша нам показала фотографии, которые подтверждают, что вот полгода, год назад она выглядела совершенно иначе, гораздо лучше. Ну, и самое страшное, что вот для нее случилось, что она считает вот тяжелой трагедией, это то, что от нее ушел ее любимый молодой человек. И когда они расставались, он назвал именно эту причину в том, что вот она так сильно поправилась. Но тут что интересно, Маша пошла необычным путем. Другие бы девушки, скорее всего, записались в какой-нибудь спортзал и сели на диету. А Маша подала иск в суд. И вот как она это аргументирует. Это было большим потрясением для меня, когда вот после Нового года и с молодым человеком разошлись, и друзья мне уже стали говорить, на кого стало похоже. Вот. И я стала думать, кто же в этом виноват. Пришла к выводу, что эти скидочные сервисы должны предупреждать о своих последствиях этих скидок. Почему, если на сигаретах пишут, что они вредны, почему здесь не пишут, что обжорство это тоже приведет к таким результатам? Да, Вик, спасибо вам с Машей. Виктория Лукашова была на связи с нами. Сейчас обзор других ярких тем этого дня.